Сильно слепит, да? Сделайте поменьше, пожалуйста. Солнышко засветило. Так, добрый утро, город. Ну что, даже не знаю. Ну, передаю привет всем с седьмого места мастерства, так сказать. Пригласили поиграть с ребятами. Так, ты не дави на меня сразу так вот. Это, я не знаю, я сейчас себя чувствую сразу. Нос чешется. Кстати, раньше ночью не чесался, сразу говорю. Кстати, я тоже не видел, что ты проснулся. Я не видел, что ты проснулся и сразу цвет Жени этот смотрел. Это, кстати, очень. Ты посмотрел незаинтересованно тогда. Не было искры и эмоций, я тебе так скажу. Вот. Я игру красный. Это все, что важно, как бы понимать красной команде. Соответственно, если еще 6 человек скажут, что они красные, просто верим. И дальше голосуем оставшихся трех черных, которые не могут сказать нам правду. Я игру красный, ничего как бы такого нету. Не согласна, да? Ну все, погнали. Ты думаешь, первый красный?
Не, ну почему это со мной так не работает? Когда я говорю нормальную речь, ты не считаешь меня красным. Он сказал какую-то непонятную вещь. Ты сказал, окей. Так, плюйте на голосование игрока номер один. 22, я очень хочу с тобой сыграть. Вот прям, Лёш, я очень хочу с тобой сыграть. В каждой игре я пытаюсь этот цвет прям понять. Мы с тобой часто шутим про это все такое. Ну, блин, ну, ты мог постараться? Ну, типа, речь плохая, откровенно говоря. Может быть, красный шутник, все. Мы это уже все слушали. Тут есть другие эксперты твоего цвета. Буду слушать внимательно, но у меня твоя речь какая-то была. Как будто, знаешь, проснулся, не, типа, что вижу, что пою. Поэтому, к сожалению, не в этой игре. Может, в следующем мы вместе еще одну игру играем. Может быть, я назову тебя одну раз. Пока что нет. Пока что просто переслушаем на папиле. Нет очевидного цвета. Хочу без привязки к цвету передать большой привет всем, кто болеет, и хочу сказать одному человеку, кто знает, кто это, спасибо тебе большое, что поддерживаешь весь турнир. Без привязки. Интересно, а можно передать привет? Ребят, у нас будет исповедь. Не суть важно. Ладно, тогда отпустим. Отпустим мысль, потом прошу, просто прикольно. Да, выставляю один голосование. Пока что мысли сошлись больше с 2, чем с 1. Один прям надо слушать. Если он игрок красный, он это донесет. На начальных номерах пока цвет непонятен. Вот это, наверное, самый сложный для меня цвет. Пока что. Извини, а как должны были сойтись мысли с 1? Я сказал, с мысли с 2 сошлись больше. Чем с 1. Ну, типа, то есть настрой 1 меньше сходится с моим настроем, чем с мыслями игрока номер 2. Все, да, снимаю шляпу перед игроком номер 1. На самом деле очень приятно играть. И прям очень-очень-очень рад бороться, вот сидеть за этим столом, играть 20 игр. Прям с такими гигантами игры мафии. Это прям относится ко всем, не только к игроку номер 1. Это прям очень приятно. Вот. Пока играю с 2. И у вас? Не с один. Да, не скромничайте. Прям гиганты мафии. Кто-то в первый день наиграл так, что люди писали, что думали, конечно, будет ужасный грандмастер, но вот Анвар приехал, нормальные игры, я в куче чатиков видела, так что не скромничайте. Это вам туда же. Это я уже покупаю вашу руку, кстати. 1, 2, 3. Для меня все игроки красные. Прям уверена. Первый уверенно красный, не знаю, может быть, это на самом деле вот до поры до времени, то есть ты в какой-то момент ошибаешься, и тот момент, по которому ты ищешь, он как бы, ну вот у меня так было с игроком номер 2, например, на предыдущем грандмастерсе, то есть я попадала, потом вот прям, помните, было в момент, вот прям выдушила красный и перестала, ну типа это прошло, ну пока вот как бы у меня с игроком номер 1 на этом грандмастерсе есть попадание, поэтому мне кажется, что он игрок красный. Вторая мне показалась игроком красным, которая не могла понять, как бы так поговорить по один, что ты тыкаешь? Чтобы я посчитала ее хоть раз красной, мне показать. Время. Очень по-красному. Лоску. Да, чтобы я потом не забыл, просто сейчас вспомнил, потом могу забыть. Без привязки к цвету, хочу передать привет еще своему папе, потому что он обиделся на меня, когда я передал всей семье ему нет. Я просто не знал, что тоже вспомнил. Все, теперь по игре. Все, эту часть закончили. По поводу игрока номер один. В теории он мог сказать подобную речь черным, потому что это решающая для него игры, сейчас важная и так далее, и ему сейчас нужно черным максимальную красоту набрать и так далее. Но почему мне кажется, что он больше красный? Ну, там он, эта модель, в принципе, его речь такая, как он обычно красный говорит. Почему мне кажется, что больше красный? Потому что если он решил обманывать за счет того, что он, типа, я красный, там, поверьте и так далее и тому подобное, то он будет делать это изначально и уверенно, а он вначале, типа, шутил, а потом начал говорить эту свою красную речь. Из-за этого мне кажется, что он все-таки больше игрок красный. То, как 2 обсудил 1, мне тоже понравилось. И то, как 4 сыграл 1, 2, 3, мне импонирует. Но я бы хотел выбросить 3 за тот момент, который я сказал, что мне не понравился. И мне немного подозрительно 10, потому что странный фол был. Давайте потом подхлопал, что 1, 2, 3, 4 сыграть нужно и так далее. Короче, как будто немного неестественно для меня. Время. Спасибо. Доброе утро, город. Доставлю тебе красную карту. И, по-моему, за все эти игры сижу так, что не так, что хочется, наоборот, докопаться до всех. Хочется всеми сыграть, понятное дело, что один черный хоть должен быть до меня, но там получается двойка. Мне понравилось то, что пятый сказал... Ну, мы сейчас послушаем. Мне понравилось то, что пятый отметил и откинул именно третьего игрока. Почему? Потому что третий игрок... Ну, обычно нахожу, может быть, я сейчас ошиблась, но... Мне посчиталось, что первый игрок поговорил прям прикольно. Он какой-то интерактив провел, подметил что-то по 9, что-то по 5, а у вас краснее 2. У меня не сходится. У меня один значительно краснее, чем 2. Поэтому вы можете быть черным игроком. Но именно то, что пятый это подметил, не по этому аргументу, ну, нормально, мне пока подходит. Ваша команда меня устраивает. Вот. Из
Короче, 1,5 в теории могут быть вместе черными, поэтому они так смело друг с другом как бы играют. Но скорее всего, что? Время. Космос. Но ты сначала думал, что там все красные. А если я считаю один черный, мне с вами как, типа, играть, не играть, сотрудничать? А не будет аргумента, почему? Ну просто для меня речь очень черная. И при этом и два мне еще тоже вообще не понравилось. Вот я сижу на 3, я играю против 1 и 2, именно против. 1, 2, 5 для меня вся большая зона риска. У 5 этот фол на 3. Ему нужно было именно 3 от подловить. Но у вас речь были через 2 минуты. Зачем нужно было что-то фолить? И 2 показывают, что 7 красное. Бу! Да вы что? Ничего себе. 7, 9 вместе черные. 1. Все мне не нравилось, что там говорил и так далее про 7 место. Ну, то есть для меня это не та речь, которую, как мне кажется, он сказал бы красным в предпоследней игре. По 2 это было то же самое. Что, кто красный? 3-7 для меня, 3-6 для меня уверенно красный. 3-6. Вы, не знаю, с вами же нужно, наверное, с вашими цветами считаться, но я больше против 1-2-5 хотела играть, нежели против 4. Не знаю, 3-6 для меня красный. Время. Томми. Не знаю, мне кажется, если черная 7, она будет типа больше что-то под стол говорить и вот оставлять черные куда-то туда, при том, что первый уже показал, что черный 9. Мои личные смыслы были в том, что 3-4 поговорили лучше, чем игроки 1-2, но 4 находят цвет 1. Я сейчас, ну не знаю, не смотрел, не понял, возможно. Поэтому, если вдруг я шериф этой партии, 6-й неудачливый раз, и вам не сильно повезло, то я, скорее всего, пойду и проверю 9. Да, потому что 1 могут убить. 9 вряд ли мы все застрелим. Вот. Если 9 проявлены черные, 1 будет как минимум рулить там на какое-то время. Будет красная 4, будет черная 7. А по 6 нет кого-то мнения пока что. Я типа не видел полуречи из-за некоторых моментов. Но да, пока что не сильно черная. Соответственно, проверка 9 и дальше живем, хилимся, разбираемся. Что ты там ржешь? У вас время. Оба. Кто черный? Выставляю 1, выставляю 5. Принято 5. 7, 9, 10. Короче, мы пилим 1, 5. 2 по 6, 1. 7, 9, 10 мы ломаем в 1. Короче, смотрите. Почему первый... Почему 1, 5 вместе черный? Когда первый закинул на пятого, что пятый как будто под лупой, вот как будто рядом стоят, у него лупа, он пятого так ему плохо. Первый говорит, а что? Пятый не обиделся даже. Но пятый хотел подловить третьего. Третий как раз таки нормально сказал. Мне близко мысль по два не играть с один. Потому что два аккуратно не хотел играть с один. Поэтому красный 3, черный 5, 4 красные. 6, 7, 8, 7 красные. 6, 8, я не понимаю. Красный 10, это уже понятно. Все. 1, 5. Смотрите, 7, 9, 10. У нас есть опция обидеться. Ломаем в 1. 1, 5 пилим. Спасибо. Ну ладно. Не ломаем, поднимаем тогда хотя бы. Спасибо. 1, 5. Выставляю 1, выставляю 5. Да, подозреваю максимальная игрока номер 5, потому что странная претензия к игроку номер 3 и несуществующая претензия к красному игроку 10. Поэтому подозреваю игроку номер 5. Мой фол был о том, что надо мне, например, менее важно, чтобы эти ребята сыграли эти игры, чем вам. Поэтому ваша атака в меня, чтобы игра игралась, а не приветы передавалась, странно от вас, игрок номер 5. Я думаю, красные 4. Спожалуйста, давайте внимание. Я же вот говорю с вами. Мне кажется, вы игрок красный. Я вижу, что вы думаете. Есть какой-то мыслительный процесс, не построенный на карте черной. Поэтому думаю, что красный 4. Мне казалось, что не черный игрок 3. И когда 7 показалось, что игрок номер 6 красный, типа так, на отстань. Мне показалось, что игрок номер 7 красный. Она думает, что игрок номер 6 красный. Я так... Ну, я не нашел ваш цвет. Может, вы... Ну, короче, я играю 3, 4, 6, 7 и 9. 8 самый подозрительный. Время. Все игроки высказались, мы переходим к голосованию. Я прошу играть вручную все слова. На голосование игроки 1-5. Кто против игрока номер 1? Спасибо. 5 голосов. 5 голосов игроку номер 5. Перестрелка 1-5, игрок номер 1. Смотри, можешь просто расслабиться? Ты отдохнул, я понял, что полна силы и так далее. Ну, побереги силы, серьезно, у тебя будет еще там речь. Так, по 5, ну то есть нету прям цвета 5 красные. Есть красные цвета 2, 4, 6 и скорее 8.
3 непонятно, 5 подозревает, 3, 10 собрал все, всю черноту, все, что там было. То есть у него 5 черный, здесь много было красных, 7, 9 яркие красные. То есть 1, 2, 3, 4 много красных, 7, 9 яркие красные. Мне 6 неподозрительно, и 8 я прям черным не, ну, не посчитал. То есть, соответственно, для меня проверка 7 и 10. Вот, а не 9 красных. Время, игрок номер 5. Почему я попросил поделиться? Потому что я вижу, что меня вяжут с игроком номер 1 и 5, и он говорит, что черные 7 и 9, а мне прям не кажется, что черные 7 и 9. И поэтому я хотел переделиться, чтобы сказать об этом, что важно, что я не с ним в команде. Если бы я был с ним в команде, я бы против нас играть, я бы играл с ним. Но я согласен с тем, что 2, 4, 6, 8 тоже мало черных. Короче, я подозреваю 3 и 10. Вот в чем суть. Я за проверку игрока номер 10, за проверку 3. Кого-то между ними. Если вы не согласны с этим, кто показали уже? Я не помню. Кто 5? И у вас? Я не шериф. Проверяю. И у вас время. Время переголосования без жестикуляции. 1-5. Кто против игрока номер 1? Спасибо. 5 голосов, кто нужно 5. Кто-то, чтобы оба игрока перестали. Я шериф, иду проверять 10. Этого недостаточно. Кто первый пол в городе наступает. Так, что ему сказать, Маша? Красная проверочка будет. Ну что, руль его заберет, но руль считает 9-го красным. Ой, красным, да. Мне кажется, что нет прям проверки, которая игру выигрывает черным, ой, красным. Как ты думаешь, кого должна проверить космос за того, чтобы выиграть? Ну, Лёша. А, ну, в принципе. Имеет место быть, да. Опа. Да, она проверяет. Я просто помню, что красный Бладон, но она все время проверяет свой первый отстрел. И в этом, как раз в этом случае это прям хорошо. Да, попало. Попало, да. Она проверила 5. Красным. Mm-hmm. Ну что ж, Лоскут, вот звездный час. Давай. Придется отстаивать звание MVP, у кого вчерашний, ты помнишь? У кого больше добов. Если он просыпается, кроме первого убиенного игрока, справа на лучший ход. Игрок номер 7, космос. Один, два, десять. Наденьте маску. 1-2-10. Принято. Утро. Прощание. Не знаю, что я 4. Тут уже 5 раз показала, что один красный. Он проверенный красный. У вас. Или нет? Что, Мишанечка? Ты с классом красный, ты... он сказал, что... Просто вместе жестикуляции. Этот самый, что... И вы тоже показали, что вы делите 3. Что это? Это просто, это я вообще ничего не показала. Он говорит, что... Другого шерифа нету, правильно? Он игрок номер 1. Вы вскрываетесь 5 проверенным красным. Все. Я вскрываюсь 5 проверенным красным. 8 я не вскрывалась, в 0 никому я не вскрывалась. Ты у меня проверенный красный, Жень. Я вообще... Может, я одичала, но я очень один подозреваю. Мне вот это 7-9-10, он сразу... Я вообще не думала, что 9 черный, как 9 разговаривал. Я красный. Но там вот один... Я шериф, 5 проверенный красный. Мое мнение было, что 6 красное, как говорил, 9 не нравилось. Мне вообще не нравилось 2. Ну, 8 черных. 8 черных, дальше там в 1-10 вот между ними. Этот день начинает игрок номер 2. Вставляю 10. Господин Лоску, я попросила проверку на 8, на 6 и на 10. Если что, я попросила проверку на 8, он сказал, что он будет скрываться, возможно. У меня не красное 6. У меня все, что... Вот посмотрите на нее. Просто пока смотрите на нее. Вы помните ее красные игры? Она показывала цвета, она что-то делала, она коммуницировала. Тут она сидит. Ну вот вы же меня тоже находите по эмоционалу. Ну вот посмотрите, может что-то случилось, может типа она, ну, поела, расслабилась. Но она реально сидит, смотрит в стол, никакой коммуникации с игроком. Я не против попереть с игроком номер 6. А что это было? Кстати, 8 не с 10, если что, потому что 10 посмотрел на 8, как только проснулся, посмотрел на 10, если у него такой, что, типа, я проверенный красный, типа, давай. А он показал, нет, туда. То есть, типа, 8-10 вместе черное я не рассматриваю. Вы показываете, что я черная. За что? Красный цвет 6 рассматриваете? А у вас крыша. Просто если вы тоже считаете 6% красный, я не туда, я могу попереть с другим, но я ее красной не считаю. Спасибо. Спасибо. Да, ладно, выставляю 2 пока что на голосование, выставляю 2 на голосование. Так,
Игрок номер 4. Когда 5 сказал, что 1, 2, 4 игроки красные, я к вам повернулся и сказал, что давайте мы 5 не будем атаковать. Это было, правильно? Все, было. Теперь игрок номер 5. Я игрок красный. 7 была уверена, что 3, 6 это игроки красные. Может быть, черный 8, который там сыграл с 3, 4 и типа вскрылся потом, но 7 ему не вскрывался и так далее. Но пока что, мне кажется, игрок номер 5. У вас... Ну, типа там, свой счет, но пока что, мне кажется, что может быть ошибка среди игроков 1 и 2, потому что, ну, какой-то стул не собирается вот я к этому. Для меня может быть черный 10, может быть черный 9, может быть черный 8, я 2 выставил. Я 2 выставил, 4 может выставить 8. Если мое мнение, типа вы не уверены, если вы не уверены в цвете 6, в чем... мне не казался на игрок черный, то есть попил 2, 6 и 8. Ну, либо нет, можете предложить кого-то другого. Мне кажется, черная 2. Время. Игрок номер 4. Фух. Ну, я сразу предупреждала. Почему я подумала, вы вместе черная? Ну, потому что мне показалось, что седьмая так мажет игроков 1-5, как будто бы она черная с 5, первый, мне кажется, игроком красным, и она не оставляет своего пятого. Ну, мне кажется, все просто. Ну, типа, мысль максимально линейная. Выставляю 8. Стало уже очень тяжело, потому что сейчас вторая говорит плохо. Ты, мне кажется, игроком красным. Мне, я не успела просто сказать, почему в нуле, но мне кажется, он ему не свойственно черным делает такие вещи. Вот это вот все, тут с такими гуру играю и так далее. Я не вижу его таким. Поэтому мне кажется, что три уверенно красный. Первый атакует 9, мне кажется, 1,9 красный. Кто 10? 10 черный. В 5-10 был разноцвет. Должен быть черный 10. Должны быть черные 8-10. И мне кажется, что последний черный скорее в 2-6, чем в 1,9. И у вас время. Игрок номер 5. Объясните, что вы сделали. Я не буду вас забирать, мы попилимся. Я выставил, ну, я выставил вас, попросил под старые руки для того, чтобы, короче, было... Ну, вы самый подозрительный, поэтому, чтобы вас было легче забрать, чтобы не ловить вашу руку и так далее. Выставляю пока что 1, пока что похоже на подъем 1, 8, 10, и потом уход 9, типа что-то такое. Потом думаю, 2-6 не вместе, мне кажется, что не могут быть двумя красными игроками, поэтому прошу их не ссориться на данный момент. Третий был оставлен игроком красным, верим на данный момент, плюс мне речь третьего игрока понравилась. Вот. Мне кажется, что, блин, честно скажу, мне кажется, что 8 красный, блин. Но я не могу понять, но мне сложно это просто принять и сыграть это, потому что если он черный, я не прав. То это прям не ок. Поэтому нужно объяснение от игрока номер 8, почему это произошло. Вот. И у вас время, игрок номер 6. Я тоже думаю, что 8 может быть и красным, потому что он скрылся именно с пятым красным. Типа, я еще вам сказал, там я шериф, еще перед отстрелом. Ну, поэтому, будучи черным, не знаю, зачем ему это делать. Но мы все равно должны его попилить, чтобы потом действительно не происходили у нас смятения, что а кто такой. Восьмой игрок. Подозреваю очень сильно 2, не надо нас вместе красными называть, потому что, смотрите, если, ну, вы по предыдущей игре, наверное, поняли, что если меня атакуют и говорят какие-то аргументы, я могу их понять, принять, осознать и так далее, то тогда, окей, это могут быть красные игроки, ее аргументы, посмотрите, как она сидит. Обычно сижу. Ну, то есть, ну, я могу сидеть вообще на разных картах по-разному. Вот в предыдущей игре у меня все черные посчитали тоже. Из-за того, как сижу, я была красным игроком. Она, если игру смотрела, не смотрела, не знаю. Да, 2 точно черная, выставляю 2 на голосование. Точно черная 2, я в ее красноту не буду. Ну, имейте в виду, что я неплохо играю в эту игру, не рассматриваю красный цвет 2. Третий абсолютно красный, думаю, игрок. А ребята после меня надо слушать сейчас внимательно. Время. Ну, я первый время. Игрок номер 8. Ну, там был момент такой, что когда говорила 6, она сидела и закрывала ее вот так. И когда я попросил ее убраться, ну, отодвинуться, она меня задела. Ну, и я не понял. Я подумал, что это не вскрытие точно. Но даже если это вскрытие, мне казалось, что красный ты, и можно просто проверить 5. Показать вскрыться в стол, пятый проверенный красный, другой шериф, допустим, тоже проверит 5, ему вскроется. И опять будет такая же игра, как в прошлой игре, где просто шерифа не нашли до конца. Такие были мысли. Не думал я, что 7 не вскрылось, ничего такого. Был такой момент, но просто решил прикрывать. Он хочет делить 1, 8, 10. Вот. Я не вопрос поделюсь в любом, как ты он скажешь. Он скажет, как пилить. Хорошо, выставляю 9, выставляю 10.
Я бы лично на месте Жени делил бы больше 2, 8 и 10 и сидел бы и слушал игроков 1 и 9. Если 9 черный, он будет дольше сидеть, мы это поймем. Цвет 1 тоже можно понять. Вот 4 говорит, что она разбирается в цвете. Мой речь 8, 10 не вместе черный. 2, 8, 10. Первый фул, игрок номер 9. Лоску, вот ему плохо уже. Ну, кроме 9, людей нет, столяй 1. Ты ко мне обращался, ты подумал, я не черный. Я думал, 1-5 реально вместе черный. Это все, что я думаю. Это как у 4-5-7, там просто проекция по поводу 1. Один черный. По поводу 8 у меня два мысли. Либо просто, короче, почему не скрылся другой черный, когда он скрылся 5, проверил красный, возможно, он не дон, и дон проверил 7. Либо потому, что типа против своего черного 8 никто не хотел скрываться. Ну, вот эти две такие мысли. Вот, поэтому не факт, что красный 8. Вот, поэтому в 1-8-10 у меня не такой сильно черный 10, потому что 10 также не считает первого красным и тоже думал, что типа 5. Че? Сейчас 1-8-10. Потом 9. А кто черный? У тебя в 1-8-9-10 двойка. Это типа может быть 1-8, а 9-10 месяц черный. Или 9-8, или 1-9 месяц. Любая, да? И у вас время. Выставляю 1, выставляю 8, выставляю 10. Объясню все, что... Вот 4 сказала, красный 1, а подозрительный 10 за то, что протокол 4-5 вместе игроков красных. Напоминаю, моя команда 3-4-6-7-9. Была атака в 4, я атаковал 5. Я объясню, почему. 5 протоковал меня раньше, чем протоковал я его. 8? Вот он не дал мне быть красным. Он что сделал? Он сказал, я шериф, иду проверять 10. Он не дал настоящему шерифу проверить меня игроком красным. Я играю в игрока номер 8. Один сказал, что я подозрительный. Когда я показал 7, игрок красный. Первый все, что сделал, показал 10. Ах, 7 красный, 10 черный показал игрок номер 1. Мы встанем 1, 8 и 10. Я подозреваю 4. Странная речь у игрока номер 3. Ты сказал, черный 3 и 10. Сказал, да, черный 10. И у вас? Стал красный 3 у тебя. Время. Игрок номер 1. Вставляю 8, вставляю 9, вставляю 10. Объяснение, ну, по 8, то есть вскрытие, это далее по 9. Он хоть раз с красным игроком ошибся в твоем цвете? Было? Какой? Ошибся, прям же сыграл, тебя выводил, тебя голосовал. Второй или третий в начале? Во второй день? То есть, но хорошо, это же было редко. Дальше, тихо-тихо, я расскажу аргументы. Смотри, я скажу так, я красный игрок, я бы пилил 8, 9, 10. Ты можешь пилить кого угодно. Когда ты пилишь один, ты уже пилишь одного красного. Если там еще два будет красных, будет неловко. Поэтому, да-да, нет, ты как захочешь, так и будет. 10 набрался силы уверенности, именно сейчас эмоцию дает конкретно, а 7 ему неудобно, он настрелит. 7 неудобно мне и 10-му. Хорошо, говори, как пилить. 1, 8, 10. Голосую 10. Выставляю 1, выставляю 8, выставляю 10. 1, 8, 10 голосуют в 10. 2, 3, 4 голосуют в 8. Ну там 8 под 5, первой руки, 6. Если что. Full on mark. Кого ты выставила? 8. 8 под первой руки. И у вас? Время. 1, 8, 10 в 10, 2, 3, 4. Второй фол. Все высказались? Я прошу убрать руки, локти со стола, прекратить всяческую жестикуляцию. На голосование игроки 10, 2, 8, 1, 9. 10, 2, 8, 1, 9. Кто против игрока номер 10? Спасибо, 3 голоса. Кто против игрока номер 2? Спасибо, нет голосов. Кто против игрока номер 8? Спасибо, 3 голоса. Кто против игрока номер 1? Спасибо, нет голосов. После слова спасибо, пожалуйста. Ой. Наденьте маску, пожалуйста, сейчас. Так, ребят, что произошло? Что произошло? Мы тут заговорили сарказмом, и мы поняли, что кто-то пытался... Чей голос она не приняла? 9-го? Мне показалось, что да. Но странно. Запилили 10, 9, 8... Так, ну, плашки вроде на месте, переигровки быть не должно. Проводится дальше голосование. На голосовании игроки остались 10 и 8. Кто против? Мы уже проголосовали и за 10, и за 8. То есть под первые руки 8. Не надо разговаривать. Надеваем.
Не надо разговаривать, надеваем. Угу. Все, сейчас посмотрим. Сейчас Дженнифер все перепроверит и озвучит нам, что было. Ну, там вы в 9-го должны плашки, были остаться. Плашки на месте, ребят, тренировки не будет, все. Такое ощущение, что 9-й в 1-го голосовал, правильно? Да, как будто он проголосовал, он сказал, ваш голос не принят, вы да, поздно. Да, да. Вот. Но почему мы были невнимательны? Ну, не ну, блин, знаю. Ну, можно же было нормально смотреть. Что происходит, что происходит? Так, ну все, ждем, 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 ждем. Да, Женя пилил 1, 8 и 10. Но в 1 они не проголосовали. Значит, за игрока без жестикуляции. Дальше были на голосовании 1, вы никто не поставили. И остался на голосовании игрок номер 9, ему отошло 3 голоса. Все понятно. Поэтому перестрелка 10, перестрелка 10, 8, 9. 10, 8, 9. Игрок номер 10, полминуты. Спокойно, спокойно, спокойно. Без жестикуляции. Было бы намного удобнее, если бы голосование озвучивалось кандидатура и потом принимались голоса. Потому что так я, допустим, могу ориентироваться, куда голосовать. Да, ну смотрите, в любой вариации, в какой там 10, 8, 1, 8, 9, 10, я 100% ломаю голосование. Я ломаю это голосование. Я самый черный по столу. Все поняли, что я черный. Ребят, я и сломаю, мне все равно. Время, игрок номер 8. Ну там было не так. Мы проголосовали 8 и 10. Потом была названа кандидатура 1. Туда поставил 9. Я не видел, успел кто-то поставить 5-6 или нет. Так было. Поэтому это очень странно, что у нас попило 8, 9 и 10. Да, если черный я ломаю, конечно же, я запрещаю своему черному в 9 и 10, если он вдруг там есть, ломать. Если это что-то типа 1, 3, 6, то мы приехали. Все, спасибо. Игрок номер 9, ваш 30 секунд. Мы встаем, ключевой аргумент, он не бьется. Первый хотел 8, 9, 10 пилить, но сказал, если 1, 8, 10 пилится, возможно, мы трех красных пилим. Это его же речь. Если пилится 1, 8, 10, может быть, типа 3 в 3. Он на это намекнул. Поэтому только черный я. Он считает, что 8, 10, 2 красных. Поэтому после этого речи первый точно черный. С кем-то 8, 10. Наверное, с 8, не знаю. Пас. Переголосование без жестикуляции. Я прошу убрать руки локти со стола. 10, 8, 9. Кто против игрока номер 10? Спасибо. Все 8. 3 голоса. Кто против игрока номер 8? Спасибо. 5 голосов. Игрок номер 8, решаем. Так 1 ставит в 10. Алло, у нас не должен 1 голосовать в 10. 8, 9 и 10 должны ставить в 10 уже, правильно? Почему 1, 5 показывает голосовать в 10, 1 потому голосует в 10? Потому что 5 сказал первому проголосовать в 10. Ну ладно, все, раз я ничего не понял пока. Спасибо. Аплодисменты. Так, в городе ночь. Ничего не понятно, но очень интересно, да? Да, ну мы, в принципе, восьмого ломал любой попил, поэтому глобально ничего не поменялось, независимо от того, кто пилился. 1, 10, 9, вообще не важно. Я так и не понял, как 9 попал на попил. Да. Тем, что как будто не проголосовали там ребята в 1. То есть 9 поставила руку поздно, насколько я поняла, она сказала, что ваш голос не принят. И больше в 1 никто не проголосовал. То это так было. Вот. Ну, да, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение. Да, я понял, тогда и 9-го голос не приняли, да, по единице. Кто еще раз напишет судью на мыло в чат, вот забаню вас навсегда. Вот Лена лучшая там сидит. Так. Ну, были 5, и не знаю, мне кажется, что выиграет черная. Но первый подозрительный 9 прям очень хорошо поговорил, не знаю, мне показалось прям очень по-красному. Я себя не видела, что 9 черная, я подумала, что он красный. Прям выдал из себя все, что мог выдать. Коба, молодец. Посмотрим завещание Лоску, то, что он 9-го подозревает. А вот что с 6-й? Ну, любопытно, как это сложится. Недоброе для вас, игрок номер 5. Смотрите внимательно, все, что я хочу сказать, то, что мне кажется. Сейчас я уже не рассматриваю красноту игрока номер 8. Он вскрылся, откатил, сломал все. 8 черный.
4 называют красным 1 и черным 10. Если красный 1, значит черный 9. Значит, у 4 черная команда 8, 9, 10. 9 сейчас говорит, я готов встать с игроками 8, 10. И до этой ситуации. Поэтому 8, 9, 10 не рассматриваю. Я считаю, что сейчас нужно снять игрока номер 4. Из-за того, что 4 черные, для меня получается больше красный игрок номер 10. Мне кажется, красный игрок номер 3. Остаются игроки номер 2, 6, 9 и 1, где нужно думать. Где очевидно, что 1 и 9 не вместе, 2 и 6 не вместе. Вы прям хотите в баланс не встать, вы уверены, что она черный игрок. И вы уверены, что черный игрок номер 2. Игрок номер 4, знаете, пожалуйста. Артикуляция, игрок номер 9. 10 секунд. Я прошу умерить жестикуляцию, игроки. Смотрите, я бы снимал вы 4, 1, 2. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо вам за игру. Этот день начинает игрок номер 3. Так, да, я извиняюсь, игра сложная, вот, она правда сложная, но, наверное, против завещания Лоску не надо. Выставляю 4 на голосование. Для меня 1 кажется игроком красным. Почему 1 кажется игроком красным? Послушайте, если вы поймете мой аргумент, то я прошу вас не становиться с ним в противовес. То есть можете подозревать. Он сказал 10 это игрок красный. Объясните, пожалуйста, если вы игрок красный, звуки. Почему черный 10? Просто объясните. Почему мне кажется один игроком красным? Не точно. Но когда делились игроки 8, 9 и 10, первый сказал пятому: расслабься, чел, я красный. Мне кажется, это очень по-красному. Либо он черный, и 8, 9, 10 это двойка игроков красных. Но там все равно, все равно красноты один это не добавит. Поэтому мне кажется, что один красный. Это не точно, еще раз. Может быть, короче, просто мои мысли, окей? Я думаю, у меня просто очень сильно горит, что первый красный. Но я, после того, как он показывает, что игрок номер 10 красный, реально хочу просто с ним забалансировать, потому что я не понимаю, что мы делаем в этой игре. Десятый говорит один черный, четыре черный, пожалуйста, девятый красный. Это все цвета наоборот, Леш. Выставляю 10. Десятый казался черным, игроку номер 5. Проверка была. Смотрите, восьмой не вскрывается с черной проверкой 10. Он вскрывается с красной проверкой 5. Почему он не вскрывается с черной проверкой 10? Он говорит... Перед засыпанием он говорит, я, шериф, иду проверяю 10. Почему нет вскрытия 10? А что я, собственно, говорю? Вообще не понимаю, правильно? Человек оставляет черными 1, 2, 4. Где я не должна быть по прямой логике, но ни с 1, ни с 2, я не буду 3 называть красным. Вообще не будет такой игры. И у вас время игрок номер 6 выставляет 2 на голосование. Я бы на самом деле прямо сейчас проголосовала в 2, потому что вот вы сказали, что 8 черный, если 8 черный действительно, то обидно голосовать вас за цвет черный 8, как бы, да. А, ну, 33 тоже неохота проигрывать, а 2 точно черный у меня, для меня. Вот из тех, кто сейчас сидит за столом. Остальных надо слушать. Мне лично в 0 казалось, что 10 больше красный. Это то, что я думала в ноль, но это не совсем про аргументы, короче, поэтому я слушаю еще все еще внимательно. Я думаю, как ведет себя 9, это не по-черному. Но даже если, например, ну, короче, вот так, один сказал, что 10 красный, 2 сказал 9 красный, я думаю, что 3 красный. Вот, поэтому голосование в любом случае сейчас не в эту сторону, мне кажется, а в ту. Вот, просто послушайте. Короче, ты собирай руки. Собирай руки в кого-то одного, чтобы не получилось так, что, ну, если вдруг 8 ушел красный, какое-то космическое 3 в 3, это будет очень печально. Да, ну поэтому ты собирай руки в одну сторону, чтобы мы не голосовали. Время. Игрок номер 9. Выставляю 1. Я, может, помедленнее буду говорить, просто, чтобы было понятно. До приколюхи попила 8, 9, 10, пилились 1, 8, 10. Был же такой попил. 5 это озвучил. Это все, это было на столе. Первый, закрывая, сказал, я бы попилил 8, 9, 10, намекая, что 3 в 3 не будет, типа 9 черный. Но если попилится 1, 8, 10, и он с ухмылкой, с приколами говорит, а вдруг будет 3 в 3, получается 1, 8, 10 у первого игрока вся тройка красных игроков. Это сильный аргумент. У меня просто первый черный, это из понятного. Я сказал 8 черный,
Я это сказал еще с нуля, что 8 подозрительный. Я сказал, что 8, наверное, скрывается, потому что он либо не дом, либо от того, что он скрывается, другой черный не скрывается против него, против 8. Поэтому выставляю 1, а я с 10 сыграю с нуля. Вот и все. Так что давай, сейчас 1, но если ты так сильно уверен... Время игрок номер 10. Сейчас мы голосуем игрока номер 4. Мы будем играть эту игру по аргументам, верно? Верно. Мы заголосуем игрока номер 4, потом мы заголосуем игрока номер 1. По каким же аргументам? Да, сейчас вот у меня будет речь 50 секунд, я не буду кричать, как вы кричали всю свою минуту, я буду говорить аргументы, которые я буду использовать. В 0 я сыграл 3, 4, 6 и 7. На тот момент, когда я сказал, что 7 красный по игроку номер 6, 1 показал. Послушайте, игроки, 3, 6. Я прошу не жестоко. 3, 6. Можно внимание еще? 7, первый показал 10 черный, когда я показал 7 красный. Я сыграл 3, 4, 6, 7 и 9, напоминаю. 4 сказала пятому, что я проатаковал двух красных игроков 4 и 5. Я сыграл с 4, я не атаковал игрока номер 4. Потом я вернулся к игроку номер 1. Я сказал первый черный, потому что на папиле я его спросил простой вопрос. Почему 7 черный, что ты показал 10 черный? Не было. Так, послушайте меня внимательно, красные игроки, вот, особенно вы, вот, игрок номер 9, я вас черным игроком сейчас не считаю, вы уже три речи рассказываете, что игрок черный. Если вы не посмотрели на лица в 1-5, вы в 5 уже ошиблись, это факт достоменный, вы три речи рассказываете, что игрок черный и ничего. Давайте просто сыграйте, вы хотели сыграть хорошую игру, начните это делать сейчас. Да, смотрите, я не считаю игрока номер 4 черным. Если бы я был игроком черным, вот 8 уже сломал попил, 5 по объективным причинам точно меня запилит. Даже не сомневайтесь, 7 оставило меня игроком черным, и я буду ломать. Я никак не подал виду, что я буду ломать. Не сломал. Куда сказали голосовать, то и голосовал. Сказал, что думаю, показывал. Вот. Голосование 4 не подходит. Просто, чтобы ты понимал, вот ты уже сыграл молодчину в 5. Туда катнул. Выставляю 2, выставляю 6. Мириться они не хотят. Там есть мат в 2 и 6. Голосуем 2 из 6. 1-4, двух черных нету. Время. Понял? У вас время. Игрок номер 2. Один не черный ни с кем. Ты в ноль просил у него проверку, атаковал, ты его атакуешь. Третий это красный цвет стола. 1-4. Подожди, 1-4-8 вместе черный. 8. 1-4-8, 8 не ломает попил, потому что если в руба 2 и 6, они выигрывают на 2-2. А, типа только. Ну, нету команды. Своей зоне, пожалуйста. Нету с кем черный, игрок номер 1 для меня. Выставляю игрока номер 6. Смотрите, для меня. Послушай меня, пожалуйста. Ты – это красный цвет стола. 8 и 10 не вместе черный. 10 два раза показывал, что он будет ломать, не сломал. Для меня, вот 5 сказал, уходит 4, я согласна, 4 и открыть противовес 2-6. Я даже готова уйти, то есть если вы уверены, что 4 черные, для меня нету красного цвета 4 игрока, откровенно говоря. Для меня красный 9-10, первый ни с кем не черный, есть, может быть, ошибка в 3, но все сказали, что 3 красный. 2-6, 9-10, крас, 3-6, 9-10, красный, ты думаешь... Ты думаешь, что я красная? 5 сказал, 6 красный. Но он сказал голосование 1, 2, 4, а я красная, думаю, первый время. Красный. Все игроки высказались. Мы переходим к голосованию. Прошу убрать руки локтя со стола и прекратить жестикуляцию. На голосование игроки 4, 10, 2, 1, 6. Повторяю, 4, 10, 2, 1, 6. Кто против игрока номер 4? Спасибо, 1 голос. Кто против игрока номер 10? Спасибо, 0 голосов. Кто против игрока номер 2? Спасибо, держите, 4 голоса. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 2 голоса. Игрок номер 2, прощание. Пожалуйста, услышьте меня. Вы можете... Пожалуйста, высказываться игроку. Для меня... Я прошу не мешать высказываться игроку. Для меня все красные 9, 10 и 1. Если вот 10 опорно красный, 10 говорит 2 раза, что он будет ломать, не ломает. 10 красный, черный 4. Для меня не красная 6. Ты показываешь, что 6 красная, я не понимаю. Ну вот если 6 красная, то черный 3 для меня. А 1 ни с кем не черный. 1, 4, 8, 8 не ломает, потому что будет закрываться на 2, 2, 2, 6. 9, вот 1, что после меня 4, потому что это по завещанию. После этого игрок, вот 4 по завещанию 5, а мой противовес это игрок номер 6. Я не рассматривала ее красоту. Кто-то помнит, с кем она сыграла в ноль? Вообще, кто-то помнит ее речи? Кто-то помнит вообще, что она говорила? 10. Кто-то, вот она в столе? Ребят, ну вы посмотрите, вот ну, была разница. Мой противовес 6, 4 черное по завещанию 5. Пожалуйста, не рассматривайте красоту игрока номер 6. Для меня она черная, прям питон. Одно
аплодисменты. В городе Москва. Так, ну что, мы в ожидании победы черных. Интересный противовес, но подожди. Главное, чтобы ребята сейчас не промахнулись. Тут, видишь, все дело идет к угадайке. Я думаю, они третьего будут стрелять, да? Посмотрим. Я ну, я думаю, что третьего, но кого еще? Ну, должны стрелять третьего, по идее. Что-то да. Мне кажется, что три. Хорошо, да. Ну, вряд ли, ну кого есть можно стрелять, если все остальные подозрительные. Шестая сидела вне подозрения, а теперь еще есть вероятность, что до угадайки дотянут. Ну, все равно, смотри, 1-4 вряд ли померятся прям и найдутся красными. Есть такое ощущение. Посмотрим. Ну, не все так сладко у Махи. Слушаем Анвара. Анвар может разобраться и что-то оставить, но мне кажется, прям... Недоброе для вас. Так, я благодарю Мафию, что меня отстрелили. Так, для меня рулит 6. Все, для меня черная 2. Может быть с 8, может быть не вместе с 8. Ребят, смотрите, я стараюсь эту игру так, как не старался ради своих. Вот. Так, для меня красная точно 6. Если 6 это черная, для меня 2 это игрок красный. 2 для меня игрок красный, она говорит... Для меня она говорит отвратительные речи. Все, поэтому для меня 2 игрок черный, 6 это игрок красный. Может быть, черный это 2 и 4, потому что на 4 типа есть этот... Но давайте объясняйте игроку номер 6, пожалуйста, и что. Да. Почему 10? Кто 10 для меня? Смотри. Давай так, здесь сложнее. Я не понимал. Я всю игру не понимал, за что красный 9. Я не понимал, то есть 1, 4, 10 назвали красным 9, не надо голосовать 9, и ну, наверное, надо советоваться 6 и 9. Время. Все. Аплодисменты уходят. 6 и 9. Спасибо. Этот день начинает игрок номер 4. Выставляю 1. Для меня игрок красный, вместе с смотрите, как меняется грядущий. Ему надо вроде как 10 играть, правильно? Он показал. Красно показывала, да, на моменте. Показал, мне реально казалось, что было все, ну, обычно. Мне казалось, он игроком красным. И даже в этот момент я все равно показывала 9-й красный, он в 2 не играет. Мне, ну, я переиграла игрока номер 2 параметром. Вот по всем. Да, снова переиграла игрока. Это 2. Я голосую вместе с ней в игроке номер 3. Мне кажется, что вы игрок красный. Мне не кажется, что 10 игрок красный. И я могу рассмотреть 2 красных. Здесь время. Черный. Игрок номер 6. Выставляю 1 на голосование. Смотри, ты говоришь там завещание, не завещание. Лоску сказала 1, 2 и 4 красных, грубо говоря. А я подумала, первый игрок черней намного, чем 4. Объясню, почему. Смотри, подожди, он же закрывал, предыдущую речь он закрывал, правильно? Он что предложил? Он назвал красным, 9 красным, 10 красным. И 4 голосования в 2, понимаешь? 2 и 6 у него голосования. Что он делает потом? Переходит в угадайку. Ну, хочет снять 2, хочет снять 6, и потом перейти в угадайку и типа что-то доказывать, что он красный, понимаете? Ну, почему он так поступил? Когда вторая начала там что-то говорить. Кстати, по второй понятно, что именно 1-2 вместе. Вы слышали ее речь? Она говорит, аргументы не приводит, просто говорит, еще там что-то перебрала. Ну, я помню, она так была красной на 10 раз, но я надеюсь, что это не так. 9. Ну, смотри, 22. Когда 24 назвали меня красными. В 2-4 даже вообще поворота никакого нет. Сейчас она черная. Столя 1. Нет. Короче, если 4-6. Я в это не верю. Смотри, 3-5 красных 6. 4. Я брал пусть больше, чем 9. Смотри, Рауль, мне очень интересно, смотри, когда вот, ну это же сильно, это аргумент.
3 в 3, он хотел проиграть кому-то 3 в 3. Кому, когда 1-8 10 стоит? Он думал, значит, 8 красный. Я в это не играю, это 22. Только игра 23, я понимаю. Ну, стреляй один. Время, игрок номер 6. Да, смотри, я объясню, почему я так думаю. Вы хотите, вас оставили игроком красным, вы хотите голосовать за игрока номер 1. Я объясню, почему я буду голосовать за игрока номер 4. Вот, потому что игрок номер 4 говорит, что игрок номер 10 подозрительный. Потому что один показал, 4 сидит, а я не атаковал игрока номер 1. А куда мы поставили руки с вами? Не мы ли вдвоем поставили в игрока номер 1, госпожа Адлер? Или вас поставил на прошлый круг? Она вообще, вот смотрите, вот я говорю аргументы, почему игроки, вот я сыграл в команде, и ты 9, все игроки красные. 5 сказал, черные, 3 и 10. 3 умер, я игрок красный. Я не могу подозревать 5, 5 проверенный красный. Хорошо. Госпожа Александра Адлер, у вас есть ребята 6 и 9, которые с вами хотят проголосовать игрока номер 1. Вы сыграли, с моей точки зрения, плохо. Я проголосую время. Вас. Вы выставляли кого-то игрок номер 10? Да, игрок номер 1, пожалуйста. Выставляю игрока номер 4, выставляю игрока номер 6. Принято 6. Смотри, игрок номер 9. Вот. Скорее всего, ты игру красный. Ты рассказываешь все, что я там что-то сделал. Ты хотел сыграть красную игру хорошую. Вот. Не надо перекладывать никакую ответственность. 10 черный у тебя. А проголосуй с ним 4. Сначала есть 4-10. Притяясь, я проголосовал свою 2. Да, он дал ну кивни, мне просто интересно, кивни. Смотри, я красный игрок, ничего такого для меня как бы сложного. Ты можешь мне хочешь мне ошибки мои передали? Ну просто легчает. Черная 4. И скорее черный игрок номер 6. Я проголосовал. 2. Вы голосовали меня. Я стрел здесь выиграть. Мы переходим к голосованию. Прошу убрать руки локти с тела, прекратить жестикуляцию. 1-4-6. 1-4-6. Кто против игрока номер 1? Спасибо, 3 голоса. Кто против игрока номер 4? Спасибо, 1 голос. И 1 голос против игрока номер 6. Номер 1 прощаем. Да нет, ну не раз, я уже 9 пытался.